Алло, здравствуйте, дорогие друзья. Пока не вижу, сколько у нас зрителей. Так, удалось ли добавиться? Сейчас проверим, насколько хороша связь, насколько хорошо меня слышно. Так, сейчас проверим. Алло. Так. Не вижу зрителей. Отлично. Звук Дорогие идет. друзья, пока не вижу, сколько у нас зрителей. Алло. Да, ЦЦКБА. Значит, нажимайте на ссылку, причем на длинную ссылку, вот на большую, и вы тогда добавитесь в комнату, и у вас будет возможность еще в комнате задавать вопросы. Потому что я смотрю, пока... ну вот ссылка, которая в чате, не первая ссылка YouTube, а вторая ссылка Google Plus. Плюс там написано. Угу, хорошо. Хорошо, договорились, да, я вас жду. Я уже в комнате, я уже подключилась, но пока смотрю, никого еще нет. Значит, вы подключаетесь, и я сейчас еще тут тоже поговорю с людьми, чтобы они подключились. Я понимаю, что первый раз, но нужно учиться, нам это очень удобно. Ага, уже три человека у нас есть, да, зрители. Друзья, мы ждем подключения всех людей. Так, насколько... Ага, значит, смотрите, справа, да, у вас от видео на YouTube есть возможность писать комментарии, добавить комментарии. Вот если вы там были... Ага, уже Марина Розинкина, привет. Марина, да, вижу, что вы добавились. Отлично. Значит, пожалуйста, вот два человека. Так, кто-то уже отключился. Значит, просто напишите мне, да, в комментариях привет там или еще что-то, чтобы я видела, кто у нас на встрече. Я, честно говоря, только осваиваю эту комнату, но я думаю, что мы в будущем будем пользоваться этим очень часто. Есть возможность писать комментарии, добавить комментарии. Вот если вы там... Так, а где у меня звук еще идет дополнительно? Да, вижу, что вы добавились. Отлично. Значит, пожалуйста, вот два человека. Так, кто-то уже отключился. Значит, просто напишите мне, да, в комментариях привет там или еще что-то, чтобы я видела, кто у нас на встрече. Я, честно говоря, только осваиваю эту комнату. Но я думаю, что мы в будущем будем пользоваться этим очень часто. Возможность писать комментарии, добавить комментарии. Вот если вы там... Так, а где у меня звук? Так, ага, почему у меня идет эхо, я поняла. Значит, как только вот Людмила, вы вошли в комнату, отключайте микрофончик, хорошо? Потому что иначе у нас идет эхо. У вас, кстати, и видеокамера включена. Значит, смотрите, вверху мышкой подвигайте, у вас появится изображение микрофончика и камера. Отключите видеокамеру и микрофон. Пять зрителей у нас уже. Друзья, справа у вас...
в Ютубе есть возможность в чате писать комментарии. Меня идет эхо, я поняла. Значит, как только вот, Людмила, вы вошли в комнату, отключайте микрофончик, хорошо? Потому что иначе у нас идет эхо. У вас, кстати, и видеокамера включена. Значит, смотрите, вверху мышкой подвигайте, у вас появится изображение микрофончика и камера. Отключите видеокамеру и микрофон. Опять зрители у нас уже, друзья, справа у вас будет возможность в чате писать комментарии. Людмила, выключите, пожалуйста, микрофон и камеру. Это вот никак не найду, где выключать. А, хорошо. Вверху. Пошевелите вот на экране. Ага. Микрофон. Мышки пошевелите, у вас такой... Я и вас прекрасно слышу. Выключить камеру. Вот так, да? Отлично, камеру выключили. И рядом микрофончик тоже нажмите, отключите. Все, отлично, звук пропал. Угу, хорошо. Так, и те, кто у нас в Ютубе присоединились, 5 человек у нас уже, пожалуйста, справа от видео есть возможность добавить комментарий в чате. Напишите, пожалуйста, привет, чтобы я и кто вы, да? Если, значит, Сацигма и Надежда, напишите, пожалуйста, сколько человек у вас присутствует на встрече в вашем офисе. И буквально сейчас, секундочку, подождите, я еще одну команду подключу. Буквально...
Так, дорогие друзья, я подключила опять микрофон, решали технические вопросы. И мне хотелось бы услышать подтверждение от вас. Видно ли слайды? Значит, я подключила пока слайдов. Видно ли слайды? Так, сейчас я проверю. Так, Людмила у нас опять включила и камеру, и микрофон. Микрофон выключила, камеру включила. Людмила, выключайте камеру. Или я вас сейчас удалю со встречи. Так, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, что видно сейчас слайды. Марина, вы у нас на связи. Так, Людмила, выключаем микрофон. Марина Розинкина, пожалуйста, напишите мне в чате, видно ли слайды. Так, сейчас момент. Друзья, я не вижу обратной связи. Так. Угу. Людмила Величко присоединилась, Тамара присоединилась, Александр, Александра, Любовь. Опять Людмила вышла из чата. Так, у вас есть две возможности. Смотреть по ссылке в прямом эфире в Ютубе. Но вот я не вижу, что видно слайды. Так, в чем дело? Почему они у нас не показываются? Показать на главном экране. Так, вот, наверное, сейчас. Я просто проверяю, в Ютубе появилось изображение или нет. Вижу пока Людмилу Величко на экране. Так, Любовь, напиши мне, пожалуйста, или в скайпе, или где-то, видно ли слайды, потому что иначе нет смысла дальше продолжать. Я могу, конечно, голосом, да, заставить вас всех рисовать на листочках, чтобы вы сами себе прорисовали, но мне хотелось бы, конечно, вам показать. Нам обязательно нужно научиться это делать, потому что дальше мы будем делать это чаще. Но я не вижу к вашему экрану скрыть. Так, ваш экран видим всем участникам. Почему тогда в Ютубе я его не вижу? Кто-нибудь мне ответит вообще? Нет звука? Так, друзья, нет звука, а звук есть, Любовь пишет. Ага, слайды видно. Отлично. Так, то есть видно мой экран. Хорошо. Так, я тогда... Так, полный экран видно или только слайды? Сейчас мы проверим. Сейчас мы проверим, что видно. Полный экран. Так, сейчас мы сделаем именно полный экран, потому что я не только слайды буду показывать.
Значит, если я буду что-то перещелкивать, не пугайтесь. Нет, так нельзя. Так, хорошо, сейчас тогда мы по-другому сделаем. Так, момент. Любовь, пусть Людмила попробует зайти или с другого браузера, или просто на YouTube. Поделиться. Итак, вам сейчас должны быть видны слайды. Любовь, напишите мне, пожалуйста, видны ли слайды? Еще раз, подтверждение мне нужно. Я пока пролистаю. Что нам нужно? Нам нужен маркетинг. Так, девушки, подождите. Сейчас мы попробуем. Еще одна команда у нас, по-моему, пытается подсоединиться. Сейчас мы узнаем, с нами они или нет. Мне важно, чтобы все видели, все слышали. Отлично, Светлана мне прописала, что изображение есть, все видно и слышно хорошо. Светлана, большое спасибо. Так, команда у нас. Из Улан-Удэ. Звоню сейчас Надежде Сатиру на скайп, чтобы получить от вас подтверждение, что вы все видите и все слышите. Как только я от вас получу подтверждение, сразу начнем. Да, здравствуйте, Надежда. А, вот так. Вам удо... Ва... Угу. Угу. Отлично. Я вас всех приветствую. Скажите, вам удалось подключиться? Вам экран виден? Слайды видите? Так, вам по большой ссылке, по длинной ссылке. Валентина, в рассылке в чате. В рассылке, Валентина, меня слышно? По порталу. Валентина. Чаты по порталу. Да, Любовь. Людмилу удалили вы из комнаты? Так, сейчас я вам найду. Доступа у нее нету. Доступ дайте, пожалуйста, чтобы она зашла. Так, Любовь, микрофон включен. Что-то хочешь сказать? Все, я уже сказала. Не слышно было меня? Это плохо слышно. Ага. У Людмилы Величко вы удалили ее из комнаты, и у нее теперь нет разрешения сюда зайти в комнату. Она пытается. Если вы снова дадите разрешение, то она войдет. Так, а как я должна им дать разрешение? Не знаю. Так. Так, Людмила Величко, как ей дать имя? Так, это кто у нас присоединился? Тоже с видео.
Сразу видео и отключаем. И так, микрофон выключен. Если вы их будете удалять, они не смогут снова зайти. Почему у меня? Нажмите, пожалуйста, камеру. Нажмите, пожалуйста, камеру. Ребята, девочки. Так, камеру. Рукой да, закрывайте. Отключите камеру. Перечеркните камеру. У вас вот свет. У нас вошел. Нарисована камера и микрофончик. Да. А вот. Вверху мышкой подвигайте, у вас появится изображение микрофончика, камеры. Вот надо, чтобы эти квадратики были красные. Так, отлично. Получилось. Так. А вы мне зачем показываете экран? Церемония открытия чего? Так, не поняла, куда это вы попали? Вы вышли просто на YouTube. Вам не надо открывать на YouTube. Я вам отправила ссылку, на которую вам просто нужно кликнуть. Валентина, меня слышно? И вы сразу попадаете в комнату. Валентина, меня слышно? Ну, сейчас я Skype отключу, и тогда, наверное, будет слышно хорошо. Сейчас меня слышно? Да, сейчас хорошо, Любовь, слышно. Окей. Людмила зашла в комнату, но она только слышит, но не видит экрана, слайды не видит. Я думаю, что это из-за того, что ее удалили. Так, но я ее нигде не вижу. Она мне экраном делится. Так. И там написано, у вас нет доступа к комнате. Угу. Но, между прочим, у нее не было доступа и до того, как она входила. Было. То есть я был? Да, сейчас у нее написано, у вас нет доступа к этой видеовстрече. Да, центр управления. По-видимому, то, что... Так, смирный портал. Ага. Так. Но я ее не вижу. СС это кто у меня? 2С. Не знаю. Но это не Людмила. Так, нам нужно будет, наверное, с лидерами, с основными отдельно провести обучение, как пользоваться комнатой. Она, по-видимому, слышит вас, потому как у нас с ней Skype включен. Может быть, скорее всего. А доступа, потому как у нее нету. Ну, тогда что, может быть, через YouTube зайти ей? Ну, что? Можно сделать, да, через YouTube. Людмила, заходи через YouTube тогда. Только вот я не на Ютубе, ее фотография то ли у меня застыла просто все на Ютубе. Я для контроля себе Ютуб включила, но у меня там ничего не движется. Я там звук отключила, чтобы эхо не было. Ага, Любовь, тебя вижу. Значит, все-таки на Ютубе меняется. Отлично. Так. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я вас всех подключаю и буду потом включать. Александра вошла. Тоже отключаю. Что-то у меня тут не отключается ничего. На Ютубе все работает, Валентина. В Ютубе работает, да? То есть да. Экран, слайды видно? Там и видно, и слышно все. Угу, все, отлично. Значит, Любовь, отключай микрофон и поехали. Да. Так, это я отключаю. Итак, дорогие друзья,
Здравствуйте, с вами Валентина Скуридова, и мы сегодня с вами разберем варианты входа в нашу первую компанию, которая будет кредитовать кооператив. Это всемирный портал развлечений номер один. И мы с вами уже неоднократно на презентациях разбирали маркетинг, но сегодня мы на него посмотрим немножко с другой стороны. Итак, у нас есть три возможности. Войти в бизнес на один из трех пакетов. За $100, за $500 и за $1500. И мы с вами также говорили о том, что у нас, как только мы входим в бизнес, мы не будем сейчас рассматривать, что входит в эти пакеты, да? А как только мы входим в бизнес и начинаем делать рекомендации, строить команду, так, момент, не там я, то у нас появляется сразу несколько видов способов зарабатывать. Первая возможность зарабатывать – это бонус быстрого старта. То есть это самые быстрые деньги, которые мы получаем, и первые деньги, которые получаем. За подключение каждого партнера мы получаем 10% от купленного им пакета. Если партнер покупает пакет за $100, мы с вами зарабатываем $10. Если партнер покупает пакет за $500 High Roller, то мы с вами зарабатываем $50. И когда у нас партнер покупает VIP-пакет за $1500, то мы с вами сразу зарабатываем $150. Причем эти деньги начисляются по итогам недели в пятницу в ваш кабинет. Следующий вид дохода – это у нас с вами командный доход. То есть, когда не только мы начинаем работать, но когда начинают работать и наши партнеры, тоже приглашают людей в бизнес, и их уже люди, их приглашенные тоже покупают пакеты. Каждый пакет, я сейчас с вами вернусь, кроме цены, имеет бальную составляющую. Минимальный пакет за $100 плеер – это 60 баллов. High Roller за $500 – это 300 баллов. И VIP-пакет за $1500 – это 900 баллов сразу. Так вот, командный бонус дает нам с вами возможность зарабатывать, когда у нас закрываются циклы. В нашей компании, в нашем командном доходе самые короткие циклы. То есть как только у вас закрывается 300 баллов с левой в левой команде и 300 баллов в правой команде, это у вас закрывается цикл. И за такой цикл вам сразу тоже каждую неделю в пятницу идут начисления. Если вы начали бизнес на пакете «Плеер» за $100, вам начисляется за закрытие цикла $40. Если вы вошли на пакет High Roller, то вам начисляется $50, а если вы вошли в бизнес на пакет VIP за $1500, то вам начисляется за эту же работу $60, то есть в полтора раза больше, чем на маленьком пакете. И здесь очень важно, что понимать, что мы подробнее вот это дальше разберем, что здесь уже вы зарабатываете не только со своей работы, но и с командной работы, когда под вами начинают работать и выстраивать команду ваши люди. Следующий вид дохода, который мы сегодня тоже с вами подробно рассмотрим, это матчинг-бонус. То есть здесь компания платит за то, что вы работаете со своей командой. Вы заинтересованы в том, чтобы ваши партнеры зарабатывали деньги как можно больше. Почему? Потому что как только ваши личные приглашенные начинают зарабатывать, и вы купили пакет High Roller или VIP-пакет, то вы начинаете получать матчинг-бонус. На маленьком пакете матчинг-бонус недоступен. Вы заработка своих лично приглашенных получаете 20% от их заработка, это компания вам платит, да? Со второго уровня, с их приглашенных, вам компания выплачивает 15% от этого заработка. И с третьего по пятый уровень 10% от их заработка. У нас с вами еще есть два вида заработка, которые мы сегодня с вами подробно рассматривать не будем.
Почему? Потому что это лидерский бонус, которые начинают выплачивать с того момента, когда вы в течение 2 календарных месяцев подряд закроете 115 циклов. На начальном этапе, вы согласитесь, да, это невозможно. На этот можно выйти там со второго, с третьего месяца, может быть, при очень активной работе. Поэтому сегодня мы этот бонус рассматривать не будем. Единственное, что, значит, вскользь скажу, что это единоразовый бонус за достижение карьерного статуса, который выплачивается им один раз в виде премии. Это 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 25 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов и 500 тысяч долларов, то есть полмиллиона долларов. Это немножко в будущем. Сегодня мы пока об этом не говорим. И есть у нас еще один бонус. Это лидерский пул, который выплачивается тоже за достижение карьерного статуса, выплачивается уже ежемесячно. И вы достигаете карьерный статус один раз, да, и вы начинаете получать от 5 до 25% долю от всемирной прибыли компании. Это тоже, да, чуть попозже. На начальном этапе мы тоже пока об этом не говорим. И, друзья, здесь вот у нас на слайде как раз рассмотрен первый пример, да, когда вы регистрируете под собой двух партнеров, которых вы пригласили, которые тоже пригласили по два человека. То есть для того, чтобы в командном бонусе, который строится на две команды, вправо и влево, мы его еще называем бинар, от слова би, два, две команды, вот здесь мы рассмотрим разницу. Да? То есть когда вы входите на пакет $100, здесь практически заработка нет. Почему? Потому что матчинг-бонуса здесь нет. Бинар для того, чтобы начать получать, да, если ваши люди, как правило, будут дублицировать ваши действия, то за пакет, да, здесь 60 баллов только начисляют. И чтобы вам набрать первый цикл, у вас должно быть минимум 5 человек слева и 5 человек справа. Правильно? Для того, чтобы первый цикл закрылся. То есть это очень большая работа, за которую вы всего там получите $40. Да, из-за лично приглашенных всего по $10, то есть здесь денег практически нет. Поэтому такой вариант входа для нас с вами не интересен. Конечно, на пакете $500 больше денег, но так как мы с вами имеем возможность, благодаря нашему кооперативу, войти в бизнес, так, момент, сразу на VIP-пакет за $1500, сегодня мы с вами как раз и будем рассматривать этот вариант. И мы с вами сегодня рассмотрим несколько вариантов. Я сейчас попрошу каждого из вас приготовить листочек бумаги. Пока я сейчас подключаю еще чистый лист бумаги у меня будет на компьютере, а вы ручку и чистый лист бумаги приготовьте и калькулятор, чтобы мы с вами вместе учились считать, как правильно посчитать доход, да, при разных вариантах входа. Я сейчас тоже открываю чистый лист, на котором мы с вами будем и рисовать. Так, сейчас я переключусь. И будем, так, момент, так, сейчас вам должен быть виден чистый лист, чистый экран. Так, у меня просьба, да, Любовь, подтвердите, пожалуйста, что вы хорошо видите. Именно чистый лист. Ага, не видите пока, я кнопочку не нажала. Так, все, показался. Чистый лист. Итак, друзья, то есть сейчас мы с вами будем рисовать. Так, каким цветом? Ну, давайте выберем фиолетовый. Черный мне не нравится. Итак, смотрите. То есть первый вариант. Входите вы, да,
И у вас входят два человека. Справа и слева. Так. Ну, неважно, да? Немножко неровно. Так. Вот таким образом, да? То есть у вас выстраивается вот такая команда. Причем, друзья, мы рассматриваем вариант, что каждый партнер у вас входит на пакет $1500. Тоже рисуйте у себя на бумаге, да, чтобы у вас это все было. Так, момент, сейчас напишем. Вам это проще, да? Взяли, написали. У меня тут немножечко пока не слушается. Итак, $1500. Это... Так, сейчас мы вот так подвинем, чтобы у нас не мешало. То есть это 900 баллов. Так, шрифт, наверное, не очень понятный. Сейчас мы перейдем на другой шрифт. Более. Тайм. Вот. 900 баллов. $1500, 900 баллов. Все входят на этот VIP-пакет. Итак, вы вошли. Да, это вы. И у вас вошли два человека. Первый человек и второй человек. Два человека. Теперь давайте посчитаем, как здесь, да, считается доход ваш. Первый доход – это быстрый бонус. То есть здесь... За каждый купленный пакет за 1500 вы получаете 10% от пакета, то есть $150. Так как у вас два приглашенных, то вы получаете два раза по $150. Я уже не буду использовать значок долларов, да, у нас и так все понятно. То есть получаете $300. Правильно? Второй вид вознаграждения, какой мы с вами разбирали. Матчинг-бонус. Здесь пока матчинг-бонуса нет. Да? Но так как здесь каждый из ваших партнеров, не только у вас 900 баллов, да, а еще здесь 900 баллов. Так, сейчас момент. 900 баллов. И здесь 900 баллов. То есть цикл у нас 300-300. То есть здесь что получается? Что мы закрыли три цикла. И так как вы вошли на пакет 1500, то получаем, да, три раза по $60. Это $120. Правильно? А, извините, $180. Это матчинг-бонус. Можем здесь написать, да, чтобы было понятно. Ой, так, сейчас исправим. Так, еще раз. Три раза по 60. Это равняется 180, ой, 180, промахнулась. Это матчинг бонус.
Здесь первое – это бонус быстрого старта. Чтобы вы понимали, да, как это все происходит и как это все считается. Дальше. Третий вид на вознаграждение. Какой у нас третий? Извините. Так, опять я неправильно, да? Это же не матчинг-бонус. Это у нас командный бонус за закрытие циклов. Сейчас мы это исправим. Хорошо, что здесь можно, да? Раз. И все стереть. Опа, и нет ничего. То есть здесь у нас еще раз исправляем. Это командный бонус. Командный бонус. Опа, куда делся? Это командный бонус. И матчинг-бонуса здесь нет, потому что у вас под этими людьми нет команды. Правильно? То есть вот на первом этапе, только пригласив, да, когда вы выстраиваете команду из двух человек на VIP-пакеты, вы уже зарабатываете сколько? Итого? Итого вы зарабатываете... $480. Представляете? Это просто за два человека. Сегодня, я не знаю, кто-нибудь смотрел, какой у нас курс, но больше 50, да? То есть если даже это 50 рублей за доллар, то есть это получается около 15 тысяч рублей. Подождите, около 15. 480 умножаем на 50. 24 тысячи рублей. Если по 50 рублей. Люди работают целый месяц, и не все зарабатывают такие деньги. А у вас есть возможность, пригласив в бизнес всего два человека, сразу заработать в первую же неделю 24 тысячи рублей. Мы здесь сейчас допишем, что это долларов. Но, друзья, мы с вами о чем говорим, да? Чтобы для того, чтобы получить кредитование в нашей краудфандинговой компании, нужно, чтобы люди, да, тоже пригласили одного-двух человек. Давайте здесь вот, мы вот эту черту проведем, да? Что мы первый вариант посчитали. И тут же продолжим считать дальше. То есть мы с вами дальше рассмотрим, что каждый только пригласит по два. Да, мы с вами говорили, что если вы одного-двух человек до момента кредитования получаете, то вы кредитуетесь на один бизнес-пакет. То есть здесь мы вот как раз и рассматриваем, что человек приглашает одного-двух. Итак, так, не с этого даже мы начнем, да, кружочки нарисуем. Тоже под каждым. Ой, извините. Два кружочка. Здесь кружочек. И здесь кружочек. Здесь кружочек. И здесь кружочек. Да? Итак, то есть каждый из ваших приглашенных тоже, он же хочет прокредитоваться. Чтобы они прокредитовались, им же тоже надо по два человека, да, пригласить. И они тоже приглашают по два человека. И мы считаем дальше. Вот за такую маленькую работу, что вы и получите. То есть вот за это мы уже посчитали, за личников ваших. Теперь считаем, что эти ваши личники делают то же самое. Друзья, то есть они зарабатывают, каждый из них, то, что мы с вами посчитали, да, по $480.
И тогда у вас включается матчинг бонус. Так, момент, извините. Сейчас я проверю, может быть, у меня что-то со связью. Так, за паузу. У нас сейчас через Skype. Вот я, вы знаете, я просто вот получаю огромное удовольствие от возможности интернета. Да? У нас через Skype сейчас подключилась целая команда в Улан-Удэ. 11 человек нас смотрят в офисе. И у них не получилось зайти в Hangout. Мы... ЦЦГМА, я прошу, чтобы вы микрофон выключили, чтобы он мне не мешал. Хорошо? Вы меня просто слушайте, а потом мы с вами еще пообщаемся. Итак, я коротко вам расскажу, что мы начали рассматривать заработок при построении команды. Это когда вы человек, то вы зарабатываете $480. Когда ваши люди делают то же самое, да, тоже каждый из них зарабатывает по $480, и вот здесь на втором этапе вы уже получаете так, момент. То есть сейчас вы видите, да, экран, то на втором этапе, когда уже ваши люди тоже заработали по $480, пригласив по 2 человека, еще третий вид заработка. Так, третий вид заработка. Я предлагаю каждому взять листочек бумаги, ручку и записывать. Третий вид заработка – это матчинг-бонус. То есть вы получите два раза по 10, ой, извините, 20%, 20%. От $480. И считаем, как правильно посчитать на калькуляторе. Вы берете $480, умножаете на 20% и умножаете на 2. Еще раз, $480 на калькуляторе умножаем на 20% и умножаем на 2. Получается, $192 вы еще зарабатываете матчинг-бонус. Так, не так. Сейчас мы вот сюда перенесем. $192. А это мы сейчас спрячем.
То есть и того, да, вот за такую команду, командную работу, за вас, и что у вас, вы еще зарабатываете, да? Но, друзья, ведь здесь в команде еще получились баллы, да? То есть у вас еще баллы добавились. 4 человека по 900 баллов. Я вот здесь вот уже просто напишу. То есть у вас еще добавилось. Там мы баллы уже посчитали в первом этапе. Да? Так, скайп включила, немножко притормаживает. Сейчас, момент. Раз, 4. О, 900 баллов. Итого 360 баллов, правильно? 3600-900 умножаем, чтобы не ошибиться, на калькуляторе все проверяем. 3600 баллов. Баллов. Делим эти баллы на 300, потому что в цикл, да, у нас 3... А, извините, неправильно я считаю. У нас же 2 слева, 2 права, да? Неправильно я посчитала, извините. 2 раза по 900 слева и справа. Это 1800. Извините, ввела в заблуждение. Но зато вы видите, что мы в реальном времени все считаем, да? 1800 баллов делим на 300. И получается, мы считаем, сколько циклов у нас получается. Да? Получается сколько? 6 циклов. 6 циклов. Так. 6 циклов. То есть здесь четвертый вид дохода мы с вами считаем, да? Четвертый. Мы умножаем 6 на 60. И получается у нас... Сейчас мы растянем, чтобы у нас... Удобнее было складывать друг под дружкой, пишем цифры. Так. Это получается у нас... $360. И подводим еще раз черту. Да, это второй этап. Итого, за вот такую маленькую команду, за то, что вы пригласили двух, которым помогли пригласить по два. Да? Вы зарабатываете. Итого. Значит, 480 складываем плюс 360, $840. Каждый посчитает, да, кто-то живет в России, кто-то живет в Украине, кто-то живет в Испании, каждый посчитает, да, нужную валюту. То есть вот за такую маленькую работу, друзья. Это один вариант, да, сейчас мы его сохраним, он нам понадобится. Потом будем использовать уже в готовом виде.
Так, хотелось бы понять, да, понятно пока, вот на данном этапе, все понятно. Но мы с вами, смотрите, это, да, при маленькой работе, когда человек до момента кредитования успел пригласить одного-двух человек. Вот тогда вот такой небольшой заработок, вы сейчас действительно поймете, что это действительно небольшой, по сравнению с тем, что можно заработать тогда, когда... Да. Да, конечно. А, правильно, правильно, дорогие. Правильно, да, сейчас мы еще плюс. Вот что значит, я тут это немножко отвлекаюсь. Получается, тысяча. Так, у меня тут что-то все зависло. 1032. Так, сейчас момент. Значит, мы тогда потом будем сохранять. Немножко он подвис. Ага, сейчас мы исправим, то есть 1032. Так, сейчас мы это закроем. Что скайп подключен, пока с экрана немножечко притормаживает. Сейчас момент. Сейчас продолжим минуточку. Сейчас мы это исправим. Что-то не хочет он меня слушаться. Угу. Так, включился. Поняла, он немножечко притормаживает и немножко у меня отстает. Так, сейчас попробуем. Вот как раз, кто, да, только что присоединился, у вас есть достаточно времени для того, чтобы это зарисовать, да, скопировать себе на бумагу. И учитесь правильно рассчитывать. Видите, и в том числе я часто тороплюсь, я такая торопышка, иногда делаю ошибки. Поэтому очень хорошо, когда вдвоем, втроем это делается, потому что идет контроль друг друга контролируете. Сейчас, в частности, вы меня контролируете. Ну что ж такое? Ага, все, закрылось. Так, все. Теперь исправляем. Значит, итого у нас здесь получается 1032. Не получается. 1032. Вот так. Итак, это мы с вами первые два варианта, когда вы только пригласили двух, да, и когда вы, да, второй вариант, это когда вы своим двум приглашенным помогли пригласить по два человека. Следующий вариант мы с вами рассмотрим. Так, как нам? А, по, мы
ничего стирать не будем, ничего сохранять не будем. Так, следующий вариант рассматриваем. Да? Когда вы успеваете пригласить по 4 человека, да? И вы входите, соответственно, на 3 бизнес-места. То есть это третий вариант. Итак, значит, бизнес-место, второе бизнес-место, третье бизнес-место. Почему вам, да, дали 3 бизнес-места? Да потому что вы успели пригласить 4. Так, мы сейчас выберем другой цвет. Да, например, синий, голубой. Так, неправильно. Момент. Мышка, вернись назад. Кажется. Так. Значит, вы там. Сейчас момент. И синим, или давайте оранжевым цветом, да, чтобы сильно отличалось. И вы приглашаете, поэтому вас скредитовали на 3 бизнес-места, правильно? Значит, вот один, второй, третий. И четвертый. Вот все такие разные, как мы с вами. Это все ваши личные приглашенные, друзья. Ваши, да, 2 личных места и ванны. И вот мы сейчас на этом этапе с вами посчитаем, сколько здесь вы вот на этом заработаете. Значит, смотрите. Считаем дальше. Это опять же, я все-таки напишу здесь, да, что вход, еще раз, что это 1500 долларов. И это 900 баллов. Все места у нас таким образом куплены. И теперь давайте считать. Первый бонус. Там. Первый бонус. Это бонус быстрого старта. Значит, смотрите, здесь у нас уже 2 своих личных места. Это золотой треугольник. И 4 лично приглашенных уже под золотой треугольник. То есть у нас получается 6 личных приглашений. Умножаем на 150. Это уже получается 900 долларов. Правильно? Дальше считаем. Второй бонус. Командный бонус.
Давайте считать, сколько у нас здесь циклов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? Это, друзья, шесть раз. Так, сейчас, момент. Шесть умножаем на 900 баллов. Равняется это... В калькуляторе всего проверяем. Это 5400. Ой, опять неправильно. Подсказывать мне некому, да? Так, сейчас я это все сотру. И чтобы и мне не путаться, и вам, чтобы не путаться, да, мы что сделаем? Черту проведем. Вот так. Да? Так, две команды у нас. Получается, сколько у нас циклов? То есть три раза по 900. Да? Три. Так, ну в чем дело? Баллы считаем. Опять он завис. Три умножаем на 900. Равняется. Так, 900 равняется 2700 баллов. Да? И делим это теперь. Дальше я продолжу все-таки, чтобы у нас в линеечку все это выстроилось. Делим мы на 300, да, это цикл, равняется это 2700 разделить на 300, 9 циклов, 9 циклов, правильно? То есть здесь мы по командному бонусу получаем 9 раз по 60 долларов. Равняется это умножить на 60, 540. 540. Долларов. Следующее. Но здесь, так как вот эти ваши личные приглашенные, они зарегистрированы под вами, да? Так, что-то не это. Думала, Загогулина нарисует, ничего подобного. Ну, вот так я сделаю, да? Сейчас. Ой. А, вон она как делается. Сейчас, поняла. Значит, чтобы нарисовать, что это под вами. Вот так, да? Ой. Вот это тоже под вами. Это тоже. Ой. Цепно. Это под вами.
Ой. Чего-то никак не получается у меня. Так, это под вами, ваше личное приглашенное, да? Да что ты будешь делать? Кривые у меня не получается рисовать. Так, и это под вами. Вот. Ой. Тоже загогулина получилось. То есть вот таким образом, да, то есть это все ваши личники. И здесь пока у вас матчинг бонуса нет. То есть здесь два заработка, два вида заработка. Бонус быстрого старта и командный бонус за ваши циклы. Но давайте подведем итог. Сколько мы вот на этом зарабатываем? Итого. Итого мы заработали. Плюс 900, 1000, 440 долларов. Это то, что вы только своих людей поставили, друзья. Но ваши люди, да, они как минимум для того, чтобы получить кредитование, тоже пригласили по два. Минимум по два. Да? То есть давайте считать следующий этап. То есть мы вот это тоже подчеркиваем. Да? И сейчас еще следующий этап посчитаем. То есть это только за вашу работу. Но ваши люди, выбираем оранжевый цвет, тоже пригласили по два. Значит, один. Нам кружочки нужны. Выбираем кружочки. То есть здесь нам нужно еще три кружочка. Да? Раз. Три, четыре. И здесь то же самое. Да? Раз, два, три, четыре. Ну и еще ведем, да, черту. Раз. Ой, не туда. Так. Этот. То есть вот теперь вот такая команда выстраивается у нас. Сейчас мы это все посчитаем еще. Итак, вот такая команда у вас выстроилась. То есть это мы с вами первый этап посчитали. А куда у нас черта? Мы черту восстановим. Далее.
теперь мы дальше считаем, что еще каждый из ваших лично по четырех приглашенных пригласил минимум по два, чтобы получить кредит. И тогда что еще дополнительно получается? Что здесь у нас раза, да, это получается сколько? Четыре раза по 900 баллов. Это равно 4 умножаем на 900, чтобы не ошибиться, 3600. И делим эти 3600 на 300. На 300. Так, стянем. Это получается 360 делим на 300. Я думаю, что вы быстрее меня считаете, потому что мне тут это еще и рисовать приходится. Это получается 12 циклов, друзья. 12 циклов. Третий вид дохода здесь. Третий вид дохода. То есть мы еще дополнительно за баллы получаем 12 раз, умножаем на 60 долларов. Это равняется, умножить на 60, 720 долларов. Но, друзья, здесь дополнительно получается матчинг-бонус еще. Потому что вот уже ваше первое и второе место, вот, вернее, как второе и третье, да? Сейчас мы здесь. Вот это первое ваше место. Прямо вот здесь сейчас поставим единичку. Первое место, да? Здесь вот второе место. Так. Ага, вот так. Второе. Это третье место. Смотрите, несмотря на то, что вот это ваше, да, на втором уровне, оранжевое, это ваши личные приглашенные первого места. На втором и третьем месте включается, что уже командный бонус. Да? То есть здесь, как мы вверху смотрели, командный бонус, который дает возможность по 180 долларов. Правильно? Вот вы, когда под вами закрывается 3 справа, 3 слева, вы зарабатываете командный бонус 180 долларов. Вот у вас как раз второе и третье место, они сделали такую работу. То есть они зарабатывают по 180 долларов. И вы с них получаете матчинг-бонус 2 раза, умножаем на 20%, 80,
долларов. И равняется. Считаем на калькуляторе таким образом. 180. То есть плюс еще 72 доллара. 72 доллара. Так, что еще здесь может быть? А, как все? Не все. Смотрите, на третьем ряду, да, на третьем уровне, вот оранжевые которые, это же ваши личные приглашенные, они зарабатывают, да, за то, что пригласили по два человека. То есть смотрим, да, на первом этапе мы считали с вами. Так. Не поняла. Угу. А, на первом этапе, когда вы вот приглашаете первого и второго человека, то вы зарабатываете бонус быстрого старта. Правильно? То есть вот когда приглашаете по два человека, заработок 480 долларов. Правильно? 480 долларов. То есть вот на третьем уровне у вас ваши личные приглашенные заработали по 480 долларов. Так, тогда там неправильно, наверное, я посчитала. Нет, правильно, да? Значит, пятый вид заработка. Раз, два, три, четыре. Четыре на 20%. Это же ваша первая линия, ваши лично приглашенные. И умножаем на 480 долларов. Читаем на калькуляторе. 480 умножаем на 20% и умножаем на 4. 384 доллара. 384. Ну, извините, немножко подвисает у меня экран. А в это время проверяйте, да, правильно я все читала. 4. Теперь давайте складывать. Сколько же вот за построение такой команды в общей сложности вы заработаете? Значит, у нас было 1440. Плюс прибавляем 384, плюс 720 и плюс 72. И получается итого 616 долларов. Друзья, еще раз давайте мы вспомним, какую работу мы сделали. Мы зашли золотым треугольником
Так, сейчас мы посмотрим, если у нас есть такая возможность это нарисовать. То есть мы зашли золотым треугольником. Так, как это рисуется? Неправильно. Нам не надо заливку делать. Без заливки. Опять с заливкой. Сейчас берем заливку. Без заливки. Вот так, да? Чтобы вам видно. То есть вы зашли золотым треугольником. Для того, чтобы получить кредит для золотого треугольника, вы пригласили 4 человека, которые всего-навсего пригласили по 2. То есть всего-навсего вы вот такую работу сделали, и сразу в первую же неделю вы получите 2616 долларов. Если это умножить даже просто на 50 рублей, это 130 тысяч, друзья, в рублях. Классно? Здорово, да? Но мы с вами рассматривали вариант, когда еще золотым треугольником можно зайти. Что такое золотой треугольник? Так, где-то у меня была картинка. Я не знаю, как ее сюда вставлять. Что такое золотой треугольник? Ну, давайте попробую вам его нарисовать. Значит, мы сейчас... Вот это вот немножко подотрем. Чтобы она нам не мешала, да? Так. Итак, золотой треугольник. Мы с вами, давайте попробуем рисовать с вами заливкой. Да? Сплошной цвет. И второй цвет. Так. Немножко у меня притормаживает. Готово. Значит, вот ваше основное место. Где заливка? Чтобы вы видели, каким цветом. Да? Вы входите в бизнес, пригласив 6 человек. Из них это должно быть 2 лидера. Один будет красненький. Подальше нарисую. Один будет зелененький. Ой, ладно. Значит, так. Оранжевый. Пусть будет оранжевый. Так. Вот вы 3 лидера. У каждого из вас должно быть по 6. Каким образом вообще? Если вы приглашаете по 6 человек, то вам дают по 5 бизнес-мест. Это мы нарисовали. Дальше выстраиваются места следующим образом. Значит, сюда выстраивается красненький.
Затем сюда выстраивается фиолетовый. Ой, это красненький должен быть. Правильно, убираем. Здесь у нас должен быть красненький, извините. Здесь под зелененьким, быстролетовый. Дальше. Здесь красный, да? А вот здесь должен быть зеленый. Вот с этой стороны. Да? Летовый. То есть, смотрите, да, в левую сторону идет фиолетовый, зеленый, красный. Красный, зеленый. Сюда. Дальше, каким образом выстраивается? Здесь опять, привет, по бокам выстраиваются фиолетовые. Один фиолетовый. Второй фиолетовый. Так, здесь какой должен быть? Давайте соображаем. Вот здесь должен быть зелененький. Здесь должен быть красненький. Так, что-то я, наверное, неправильно сделала. А, правильно. Нет, здесь вот зелененький должен быть. А там красненький. Вот так. Значит, красненький у нас вот здесь идет. И вот здесь. Нет, не здесь. И вот здесь. И вот здесь. А здесь идет зелененький. И здесь идет зелененький. Ну-ка, что-то я неправильно, по-моему, сделала. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Красного не хватает. Где-то бы красного мы еще не добавили. Так. Вот здесь красный должен быть. Сейчас мы его закрасим. Здесь должен быть красный. То есть вот таким образом, еще раз проверяем, красных 1, 2, 3, 4, 5, да, зеленых 1, 2, 3, 4, 5 и фиолетовых 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким образом заполняются, и вот под этими уже 15 местами выстраиваются уже 16 лидеров, друзья. Да? Сейчас мы их тоже нарисуем, просто уже кружочками такими.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Здесь объясняется именно брать цветные фломастеры и раскрашивать. Потому что тогда сразу становится все понятно вообще. И здесь выстраивается, друзья, командная работа. В какую бы сторону вы ни ставили, в какое бы место вы ни поставили человека, вам везде выгодно фактически строить, все, сохранить вот эту вот выгоду. Здесь, конечно, еще определенным образом дальше. И здесь обратите внимание, да? Хорошо погуляли? Так, здесь... То есть, смотрите, это троечка, да, вот это место. Что ж такое? Не получается у меня быстро, это потому что у нас скайп включен. Ничего страшного. Самое главное разобраться. Так, рисуем палочки все, кто от кого. Здесь, что важно, вот это выстраивается тридцатка, да? То есть здесь каждому месту делается приглашение, то есть активация. Неважно, ваше место, не ваше, а под каждое место делается вправо и влево два человека личниками регистрируются. То есть здесь каждое место активировано. Да, нижним местам. Вот мы сделали сейчас с вами активацию. Черточки нарисовали. Теперь этим местам делаем, да, активацию фактически. То есть посчитайте, да, здесь 31 бизнес-место. Фактически, вот в 16, в последний ряд, в четвертый, это выстраиваются 16 лидеров. В идеале это должны быть 16 лидеров, каждый из которых сделает вот свою такую тридцатку. Это вообще будет фантастика, да, бизнес тогда. Но здесь могут быть разные варианты. Вот когда вы вот таким образом выстраиваете, то у вас получается просто дальше сумасшедший бизнес. И здесь смотрите, мы с вами уже считали, что нижний ряд, здесь каждый заработает по $480. Да? А второй
вот этот, да, второй ряд. Каждое место заработает, тоже мы с вами уже просчитали, где у нас это есть, по 1032 доллара, да. И когда вот под вами вот такая структурка выстроена, то есть вот это по 2616 долларов. То есть мы с вами сейчас можем посчитать, сколько у нас заработает основное наше бизнес-место. Давайте попробуем, как же мы это будем считать. Так, первое. Смотрите, у нас вот мы сейчас говорим про фиолетовые места, да? То есть здесь мы начинаем с нижнего ряда. У нас, давайте сначала их пронумеруем, да? Это первое бизнес-место. Вот это второе бизнес-место. Это третье бизнес-место. Здесь у нас четвертое бизнес-место. Здесь у нас пятое бизнес-место. И давайте считать. Да? Самый простой вариант – четвертое и пятое посчитать. Даже мы здесь, да, первое. Четвертое и пятое – это у нас, ну, так и напишем, да, первое, четвертое и пятое. Так, то есть здесь что получается? Два раза по 480 долларов, правильно? Мы же с вами уже посчитали. Это 960 долларов. Так, теперь смотрите, у нас еще есть второе, третье место. Второе считаем. Второе, третье. Так, второе, третье, верхнюю, да? То есть здесь заработок по 1032 доллара. То есть здесь считаем сразу два раза так, ну и два раза 1032 доллара. Это 2064. И теперь нам нужно посчитать первое бизнес-место. Третье. Да?
Третья. Ой, 33. Не 33, а 3. Первое. Место. И давайте считать. Значит, что здесь? Здесь у вас только два лично приглашенных, причем лично приглашенные, которые зарабатывают по 2616 долларов. Да? Во-первых, мы считаем два раза по 150 долларов, правильно? Бонус быстрого старта. Это 300 долларов. Дальше. Теперь давайте посчитаем, сколько здесь циклов. То есть сколько здесь мест? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15 бизнес-мест. Да? Давайте посчитаем, сколько же это будет баллов. 15 умножаем на 900. Это равняется, получается, умножаем 15 умножить на 900. Это 13500 баллов. Делим это на 300. И равняется это, так, разделить на 300, 45 циклов. 45 циклов. Считаем. 45 умножить на 60 равняется это. 60, 2700. Так. Это за командный бонус. Плюс у нас второе, третье место, вот не второе, третье, а зелененькие и красненькие, это наши личники, которые мы с вами перед этим посчитали, заработали по 2616 долларов. Ну, приблизительно, там немножко пересчитывать надо, да? То есть мы считаем, немножко там по-другому будет, потому что там все личники идут, да, мы там по-другому считали. Ну, умножаем два раза, пересчитайте, потом каждый мне сколько у вас получилось. Я-то знаю, сколько должно получиться. Умножаем на 20% и умножаем на 2016. И это равняется 10 400. Так, где у меня записи по расчетам? Нет, сейчас я не найду. Читала. Так, ну там просто нужно пересчитать. Но даже если вот таким образом, то получается 10 640, ой, 410 000. Правильно посчитать, нужно начинать снизу.
да? Нижний ряд посчитать, потом второй ряд посчитать, потом третий посчитать, первый. Правильно. Значит, это у вас будет в качестве домашнего задания правильно посчитать, сколько зарабатывает лидер тридцатки. Потому что здесь у нас не совсем цифра будет соответствовать действительности. Потому что мы немножко другой вариант перед этим рассматривали. Так, что, куда у меня делось все? Так, 10 464. Можем. Итого, подведем итог данного нам расчета. Итого. Да, можно. Подождите, подождите. Стало, да? А, подождите, подождите. Ну, значит, я вот... Так, еще раз, да, сейчас момент. 2616 умножаем на 20% и умножаем на 2. А, ты, ну, запятая там. Да, я запятую не увидела. 1000, да? Угу. Сейчас исправим. Спасибо. Сейчас мы это исправим. Так. Ну вот давайте так, без центов, да? Так, и складываем. Ну, здесь вот у нас немножко меньше получится, чем должно быть. А, тогда да, меньше получится. Итак, 960 плюс 2064 плюс 300 и плюс 1046. 7070. На самом деле цифра больше. И вот у вас будет домашнее задание. Значит, правильно посчитать, сколько же получается заработок первого места при построении тридцатки. То есть сейчас у нас получилось 70. Так, момент. Семьдесят. На самом деле цифра больше. Ну, даже, да, если даже добавляете, то есть кредитование на самом деле здесь намного озвучивало. И буквально за первую неделю вы в плюсе. Вот, пожалуйста, то есть вы, в принципе, вот сейчас из этих примеров поняли, понять, каким образом все это просчитывается. Как можно просчитать любой вариант. И когда у вас уже есть вы, команда, есть уже личники,
и которые проплатили свое участие в нашем кооперативе 10,90 долларов, которые уже отправили свои документы, то есть фактически уже стали пайщиками, да, это только вопрос времени, что вы уже сегодня можете посчитать, сколько вы уже заработали денег, какие вы деньги получите на момент кредитования. Таким образом вы можете все это просчитать. И даже при минимальном варианте, когда вы приглашаете только двух, 480 долларов буквально за первую неделю, я думаю, хорошие деньги. Если вы хотите больше, друзья, больше приглашайте. Больше помогайте своим людям как можно быстрее оплатить участие и заработать, помогайте, да, больше и своим партнерам, и, соответственно, себе. Есть вопросы? Я готова ответить на вопросы. И рекомендую каждому посчитать в местной валюте, да, сколько это все-таки в рублях. Валентина, вопрос. Какая сумма должна быть правильная? Это мы с вами считаем доход, который вы зарабатываете. А вот погашение кредита идет 50 на 50. Нет, сумма, которая... Да, идет... на руки 240. Но сколько? У вас уже, да, 240 уже будет погашение кредита. Угу. То есть мы сейчас считаем, сколько вы заработаете в портале. Какие еще... по этой сети. На этом этапе нет. Потому что, смотрите, первое кредитование идет тестовое. Кредитование мы с вами должны показать на кредиты, как быстро возвращаются кредитные деньги. Человек, который никого не пригласил, естественно, не будет кредитоваться, потому что пока на этот момент у него будут деньги заморожены, которые на первом этапе не оплатили 90 долларов, тоже нельзя, потому что да, нам нужно показать, что мы быстро двигаемся, друзья. В первую очередь кредитование будет все условия. А будет кредитование на одно бизнес-место. Так, ну давайте на этом мы сегодня вебинар закончим. И, значит, ЦСГМА, я готова буквально через 5 минут с вами еще отдельно пообщаться с вашей командой. Хорошо, мои дорогие. Поэтому основание для того, чтобы... продолжать и быстро действовать есть. Да? Чем больше вы сейчас построите команду, тем больше у вас будет доход в момент кредитования. А кредитование ориентировочно нам уже дату озвучили где-то в середине июля. Все. Всего доброго. До новых встреч. До следующих вебинаров. До свидания.